дня, в День благодарности, одни из первых, о ком следует сказать, конечно же, люди в белых халатах. Профессия врача – настоящий подвиг, дело, требующее самоотверженности, чистоты помыслов, высокого профессионализма и самоотдачи, заслуживает особого уважения в обществе. Жандос Уап – достойный представитель своей профессии. Он проводит сложнейшие высокотехнологичные операции, и одна из таких операций завершилась совсем недавно. Уже более 15 лет Жандос Уап спасает человеческие жизни. Он заведующий отделением инновационной медицины Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра. Вместе со своей командой врач недавно успешно завершил сложную операцию для своей пациентки. Особую благодарность я бы хотела выразить врачам, которые заботились о моей маме, Жандосу Уапу, врачу Равану Мейрамбекулы, всему медперсоналу, медсестрам, санитарам. Желаю им всем здоровья, благополучия их семьям. Они делают такую важную работу. Большое спасибо им от меня и моей мамы. Шолпан Жакижанова уже готова выписаться из медучреждения, и ее состояние постепенно налаживается. С моей деревни пациентка со соседней улицы жили, она сама медработник, но тем не менее ровно год назад поступила в коматозном состоянии, в крайне тяжелом состоянии. По сегодняшний день мы сделали вот третью операцию, сегодня она выписывается в полном сознании, разговаривает, она ходит. То есть дети радостны, и мы очень рады, что она выписывается. И в дальнейшем, я думаю, она уже как бы, можно считать, что она второй раз родилась. По прогнозам, у нее теперь только наблюдается у кардиолога, наблюдает свое артериальное давление. И, в принципе, все живет полноценной своей жизнью. Врачи просят обращать внимание жителей на необходимость тщательно следить за своим здоровьем. Особенно тех, у кого наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания. Жандос Уап отмечает, что каждый год в Казахстане порядка 45 тысяч человек получают инсульт из-за того, что своевременно не обращаются за медицинской помощью или пренебрегают режимом лечения.